В зале Горьковской библиотеки ветераны Рязанской прокуратуры и действующие сотрудники. Кителя первых украшают ордена и медали. Другим же такие награды только предстоит заработать за свою службу. Да и сегодня можно буквально пропитаться историей ведомства. В преддверии 300-летия прокуратуры в библиотеке открылась памятная выставка. Сегодня на выставке, которая открывается в настоящее время в библиотеке, представлены книги, материалы из личных фондов наших сотрудников, как действующих, так и пенсионеров, вышедших на пенсию, на заслуженный отдых. Посетители библиотеки могут ознакомиться с форменным обмундированием. Здесь также представлены материалы на разных носителях из фондов Музея прокуратуры Рязанской области, коллекции библиотеки имени Горького, ресурсов президентской библиотеки. В начале мероприятия показали и исторический фильм о ведомстве, как оно формировалось, какие этапы прошло и какие ценности удалось сохранить. И всеми верхами нашей истории, истории нашего ведомства, которые, в принципе, и привели к формированию той прокуратуры, в которой мы сегодня с вами работаем, можно ознакомиться благодаря этой экспозиции. Но хочу сразу ответить, как бы ни трансформировались наши полномочия, как бы ни изменялась наша компетенция, всегда оставалась наша ключевая задача – это защита прав граждан. Выставку организовали силами сотрудников библиотеки и ведомства. Вместе же подбирали необходимые экспонаты. Книги памяти, фотоальбомы, раритетные экспонаты, любительские фото и видеоматериалы из жизни прокуратуры. Мы смогли оцифровать первый том книги памяти, который представлен здесь в экспозиции. Остальные книги находятся в работе. И по мере готовности мы сможем вам их передать. Екатерина Романовна, примите, пожалуйста, вот эту книгу памяти, оцифрованную в библиотеке имени Горького. Выставка будет работать до 11 января. Посмотреть ее может любой желающий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».